выступать. Давай, может быть, к вам попросим. Вы не можете рассказать? Может быть, вы? Будьте добры, расскажите. Я попробую. И надобно ж беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Щенок.
что хочется мне кушать? Сказал и в темный лес ягненка поволок. Вартан Гнор. Вартан Гнор родился в 1979 году в Ленинграде, закончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию в 2005 году как альтист. Сейчас он артист Мариинского театра и студент консерватории по классу композиции. Его профессор Тононов Антон Валерьевич, тоже молодой композитор, которого мы исполняли в прошлый раз на прошлом концерте. Сейчас прозвучит музыкальная сценка по басне Крылова «Волк и ягненок». Это новое сочинение, это премьера. Исполняют сопрано Тамара Сташевская, бас Мирослав Молчанов, скрипка Илья Дьяков, тромбон Александр Пономарев и фортепиано Инна Моисеева.